Ребят, готовность номер один. Набрали мне. Стоим. Камера. Музыка. Топ твоих чертах належить лише мені. Бачиш мене із інветрус. Раз коли хне хвилі твої, не сила більш бажання пульс стримати, не стримати солодка. Це відео про почуття і про настрій, і про внутрішній стан, про чуттєвість. І також сексуальність. Про те, що є всередині кожного з нас, наші переживання. І я дуже хочу це показати. Стан, в якому ти перебуваєш, і, можливо, такого великого кохання. У нас финальная сцена из тех, где Злата ходит, она на самом деле одна из самых сложных по операторской работе, поэтому разводимся. Да, Моки, давайте сделаем этот кадр. Поехали! Уходишь еще дальше потом. Я посчитаю 7-8, и у вас начнется танц. А, прикольно. Давайте, запустите сначала, пожалуйста, дублик, друзья. Очень классно. Вот этот вот кадр, когда ты все начинаешь. Матрица. Фанат Матрицы. Вообще, респектую. Класс. У нас там по импровизам тоже много, когда мы снимали на лестнице, у нас тоже такие много переворотов. Наближається кінця наш знімальний день. Зараз будемо знімати першу сцену. Сказати, що я змерзла, це не сказати нічого. Як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, я таке трошки втомилася, але що не зробиш заради 3 хвилин абсолютного щастя? На самом деле сейчас начинается интересная сцена, потому что Злата сейчас будет максимально взаимодействовать с танцорами, с двумя парнями, где ей нужно будет максимально им довериться и максимально почувствовать друг друга. И потом со временем начнется все сильнее. Больше. Ага. Ты прям отдавай им вес, они сильные. Солодка кара, жиды моя. Просим собраться всех участвующих в съемке. Товарищи, мы урочисто оголошуємо, що
на сегодня съемка окончена! Давай.